Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Игорь Юлдашев. И напоминаю, уважаемые друзья, что мы ведем прямые репортажи со стендов выставки Экватек 2018. Конечно, уважаемые друзья, на выставке Экватек 2018, честно вам скажу, было представлено очень много интересного оборудования, среди которого был большой и очень светлый, и, конечно, интересный стенд компании «Хавле». Уважаемые коллеги, мы уже посещали предприятия производства компании «Хавле», показывали вам страницы портала armtor.ru и на наших каналах о этом производстве. И сегодня на мои вопросы будет отвечать Алексей Татарин, который является продакт-менеджером компании «Хавле». И, собственно говоря, Алексей мне сегодня расскажет, что интересного представила компания «Хавле» в рамках ЭТТ 2018 и, конечно же, о новинках компании. Здравствуйте, Алексей. Рада вас видеть. На самом деле, вот уйму времени прошло с момента нашей последней встречи. Но, тем не менее, что нового вы представили здесь, на стенде «Хавле»? Добрый день. Традиционно на своем стенде компания «Хавле» представляет одни из своих самых лучших разработок в сфере питьевого водоснабжения. На этом конкретном стенде в этом году у нас представлены домовые подключения, затворы больших диаметров, фланцевые адаптеры, ремонтные муфты для ремонта трубы с раструбами больших диаметров, ну и также многое другое. Особое внимание хотелось бы уделить именно домовым подключениям, потому что в настоящее время строительный рынок развивается достаточно активно, особенно частная жилая застройка. Вот. И для обеспечения потребителей качественным водоснабжением, бесперебойным, что самое главное, на протяжении многих десятков лет требуется, соответственно, надежная арматура. Именно такую арматуру и предлагает компания «Хавле» вот, уже несколько десятилетий на рынке России. Да, естественно, в мире намного больше, то есть нам в этом году исполнилось 70 лет. Шикарная дата на самом деле. У нас это юбилейный. Да. Алексей, ну если сегодня все-таки говорить о качестве «Хавле», многие задаются вопросом, что скрывается за этим качеством, потому что мы знаем отзывы многих потребителей, многие хвалят эту арматуру, говорят, что она надежная, что, как у вас было сказано в одном из роликов, арматура «Хавле» побеждает трубы. Вот, расскажите несколько слов об этом. Ну, качество «Хавле», если так представить образно, это как дамасская сталь. То есть это очень много слоев, то есть очень много пунктов, которые компания соблюдает при производстве продукции, начиная от идеи, от разработки продукции, производства, то есть начиная с контроля сырья, комплектующих, контроля каждого шага производства, ну и, собственно, самое главное, выходной контроль готовых изделий. То есть здесь идет 100% проверка качества. Естественно, высококвалифицированный персонал, самое современное производственное оборудование, которое постоянно модернизируется. То есть вот все вот эти, ну, естественно, качественные материалы, да, то есть самые-самые качественные материалы, которые на данный момент есть на рынке, компания «Хавле» использует у себя и внедряет именно сферу арматуростроения. Собственно, благодаря этому мы являемся законодателем мод в сфере питьевого арматуростроения. Алексей, часто многие задаются вопросом, почему в отрасли водоснабжения понятие «новинка» сегодня не так, допустим, часто звучит, как в остальных отраслях. Действительно, задаю вопрос, потому что многие арматуростроители, которые работают в других сегментах, говорят, почему так происходит, почему они не представляют что-то нового постоянно? Ну, скорее всего, это происходит именно потому, что благодаря вот усилиям, в том числе и нашей компании, компании «Хавле», мы вышли на тот уровень качества, выше которого уже потребителю не требуется. То есть наша арматура работает десятилетиями, более полувека. На настоящий момент потребителю этого более чем достаточно. То есть теперь цель наша, и, собственно, я думаю, очень надеюсь, что большинство производителей арматуры держать эту планку, кому-то к этой планке подтягиваться. Да, мы ее как начали 70 лет назад, установили сами для себя, да, так до сих пор и держим, и планируем придерживаться этого курса в будущем. Замечательно. Каким вам показался рынок Российской Федерации за последние годы, особенно последний год 2018, вот его начало, середина? Какие, может быть, отметки вы могли бы сказать, особенно в производственном сегменте, особенно, скажем так, в потребностях заказчиков? Что заказчик просит больше всего сегодня? Ну, как всегда, в первую очередь заказчик просит минимальную цену, да, ну, естественно, к счастью, в последнее время заказчики стали больше внимания обращать именно на качество продукции, на качество арматуры, которую они себе приобретают.
начали задумываться о будущем, о своем, о будущем своих преемников, кто будет работать в сфере уже обслуживания сетей. Да, и поэтому потихонечку рынок качественной запорной арматуры увеличивается. А в каком плане он увеличится? Именно задвижки клиновые или все-таки это дисково-поворотные затворы? Вот так, по вашим наблюдениям, есть ли какая-то аналитика или как такого не ведется? Да, примерно 50 на 50, потому что дисково-поворотный затвор больше на какие-то насосные станции, на такие на сооружения капитально устанавливаются. Естественно, сети, да, разводящие, там по большей части устанавливаются клиновые задвижки с абразивным клином. То есть деления такого четкого нет. Спасибо. Ну и, конечно же, я вот не зря начал нашу беседу, интервью с понятия качества, хавли, гарантии, потому что мы часто слышим, что не надо переплачивать именитым европейским брендом, можно купить недорогое китайское. Вот ваш комментарий по этому поводу, ваш комментарий призывает как человека технической формации. Что вы можете сказать? Ну, недорогое китайское однозначно прослужит в разы меньше, чем качественная продукция. Да, как минимум несколько раз придется менять это изделие недорогое. И помимо прямых затрат на покупку, на приобретение этого изделия, будут косвенные затраты, но не менее ощутимые, на монтаж, демонтаж, на какие-то дополнительные работы, на остановку сетей водоснабжения. То есть вещи накладываются друг на дружку, и в итоге получается, что эта задвижка, она не дешевле, а дороже просто-напросто китайская. Замечательно. Кстати, очень грамотный ответ, что действительно потом поддержание этого будет очень дороже. Ну а если вот так взять, говорят, что нам проще поменять, чем покупать и держать что-то очень долго. Вот. К сожалению, очень часто случается так, что вот именно эти затраты косвенные очень мало кто считает. Да, как бы есть и есть. Есть бригада, приехали, поменяли, отремонтировали. Но по факту это же все равно затрат. Это ложится на бюджеты обслуживающих организаций. Этого всего можно избежать и эти деньги, освободившиеся, пустить на совершенно другие цели. На модернизацию там насосного парка, на увеличение энергоэффективности, куда угодно. В конце концов, сети по стране изношены, степень изношенности сети очень большая, плановая, постепенная замена, реконструкция сети. Что угодно можно, то есть деньги эти просто будут высвобождаться. Ну да, это все в принципе логично. Спасибо, Алексей. Ну и, наверное, один из самых конкретных вопросов по деятельности Хавли в России. Какие основные тренды сегодня Хавли преследуют на российском рынке? Какие веяния в ближайшее время будут как бы приоритетными у компании именно для российских потребителей? Ну, мы в последние несколько лет активно пытаемся продвигать качественное оборудование для пожаротушения, а именно пожарные гидранты, которые мы производим здесь у себя на своем заводе в Чаплыгине, в Липецкой области. Опять же, наше мнение, что гидрант должен быть качественным, он должен работать десятилетия, и срок службы его не должен зависеть от количества открытий и закрытий. Это не должно быть 5 раз, как зачастую в настоящее время происходит, да, у обыкновенных гидрантов. Эти цифры должны быть на порядок или на несколько порядков выше. То есть обслуживающая организация или организация, которая непосредственно пользуется этим гидрантом, собственно МЧС, да, сотрудники должны быть всегда уверены, что при наличии воды в сети, при открытии гидрант отдаст воду. То есть он выполнит непосредственно свою функцию. Потому что вы прекрасно знаете, что некачественное противопожарное оборудование, да, в том числе и гидрант, это как минимум миллионные убытки и, к сожалению, как максимум человеческие жизни. Мы, история последних лет в России у нас, собственно, это подтверждает. То есть это гидрант, это не та вещь, на которых, в принципе, можно экономить. Да, на самом деле это действительно, скажем так, такой кровоток, который может спасти многие жизни. Ну, уважаемые друзья, у нас сегодня получается очевидная беседа, но беседуем о очевидном только потому, что мы хотим вам показать, насколько важно обращать на привычные вещи, хотя бы на вещи, на которых нельзя экономить, те же гидранты или трубопроводная арматура, которая может стать роковым обстоятельством при каком-то случившемся инциденте. Алексей, ну, собственно говоря, подводя итог нашей встречи, хотелось бы спросить о планах и итогах вашей компании. 2018 год, как вы сказали, стал юбилейным для компании. Что произошло за этот год в изменениях, можно сказать, может быть, внедрениях рынка, расширение ассортимента сбытового? И что вы планируете на ближайший год, полтора?
Ну, компания «Хавли» в ближайшее время планирует представить несколько новинок на рынке, да, арматуростроения. Пока рано об этом говорить, но в свое время все увидят на таких же выставках, презентациях. Ну, естественно, мы постоянно ведем модернизацию производства для поддержания высокой планки в плане качества. Идет обучение сотрудников, повышение квалификации и так далее. То есть мы стараемся развиваться вместе с рынком. Ну, естественно, наши инженеры не сидят без дела, они разрабатывают новинки, вносят изменения уже в существующие конструкции. И все именно для того, чтобы потребитель получал на выходе качественную чистую воду без перебоев. Да, и это, по-моему, у вас удается, потому что те водоканалы, которые используют качество «Хавли», они понимают и дорожат им. Спасибо вам большое, еще раз с праздником, с юбилеем, вашу компанию, весь коллектив и, конечно же, новых открытий и дальнейшего развития на российском рынке. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Удачи вам, уважаемые друзья. Вот так, на стенде «Хавли» мы показали и рассказали вам, чем живет один из крупнейших представителей локализации в России, австрийская компания «Хавли», которая ценит и дорожит российским рынком. На этом все, уважаемые друзья. Ждем вас в следующем репортаже. И, конечно же, не забывайте смотреть наши каналы, подписываться и все это видеть в прямом эфире. Будьте в курсе. Удачи, друзья!